Свое первое путешествие Виктор и Мирон отправились по реке, когда стояла большая вода, и их ждали настоящие приключения. Левее, бери, левее! Там быстрина! Чего ты скачешь, как вошь на гребешке? Левее, бери! Мы же потонем! Не вой, как деревенский бугай! Замри! Уж догоню. Спасибо, что живы остались. В каком же месте не потерпели корабли крушения? Скорее всего, возле острова. Привет, ребята! Привет! Почему Юлька при мне никогда не поет? Спроси. Не обиделась, не бойся. Она сама кого угодно за день достанет. Точно психом станешь. Ты что делал? Может, пойдем порыбачим? Читал. Вот. Нет. Мне лучше на PlayStation, в Doom рубиться. А у меня есть идея. Пройти маршрутом героев этой книги. Видите вот этот остров? Угу. Войну партизаны много раз пытались выбить отсюда немцев. А те стояли насмерть. Вот интересно, почему? Что там было такого? Вы историк? Я ищу забытые места боев. Благородно. На берегу. Может быть, во дерево? Вперед. Мы влипли. Что это такое? Приключения. Мы же мечтали об этом. Я не мечтал. Что же из тебя дальше будет, если ты уже раскис? Эх ты! Это мы еще посмотрим. Кто крепче? Ляска, чувствуешь дно? Под нами болото. Друзья отправились на остров за редкими растениями, а попали в настоящее приключение. Салют, Примадонна. Все поешь? Все читаешь, профессор? Слушай дальше. Тут есть остров. Да, есть. Местные, между прочим, туда не ездят. Почему это? Там призраки живут. Понял? Это дед так пугает. Пройти по следам героев книги. Это будет улетно. Это же открытие. А как мы попадем туда? На лодке. Дед лодку не даст. Весла под замком держит. Что вы, как сонные мухи, честное слово. Нас родители сослали на лето в эту бобровку. Лишили компьютеров. А мы тут киснем. Займемся делом. И в деревне лодку не дадут. Не видишь, какая большая вода? А я уговорю деда. Он поймет, как это будет важно. Изучить остров. Ты? Что-то я сомневаюсь, что деда можно уговорить. Если высохнем в такой одежде, станем как мумии. Да, хорошо бы это все смыть и высушить. Давай по команде. Давай. Раз,
2. 3. Да. Еды у нас нет, а искать нас здесь никто не будет. Согласен. Бери ведро, внучка. Здрасте. Привет, Илюшка. Возьми весло. Можно нам на вашей лодке поплавать? Ни в коем случае. Вода высокая, ёшкин клёш. Опасно. Неси. Ставь. Нет, в сарай не попасть. Нам надо на остров, кровь из носа. Ну-ка, отойди. Чего они там? Думают, как весла украсть. Чего? Им нужно на Бобровый остров. Что они там не видели? Бобров? Таких давно там нет, перевелись. Бобры, где твоя куртка? В сенях висит. Илья следил, как ты ключ в карман положил. Заберут ключ, достанут весла. Поплывут, а то, что потонут, и сомневаться нечего. Не видать им ключа. Сходи-ка, ведро принеси. Ну что, путешественники, там корыто есть? Может, спустите на воду, поставите парус? Чем не корабль? Чего она такая злая? Сам виноват. Не понял. Все должны ей восхищаться. Попросил бы ее спеть. Поломалась бы, но оценила. Делать мне нечего. Уважаемый Семен Владленович, позвольте обратиться к вам. Позволяю. Мы находимся в 5 километрах от научного и культурного открытия. Если мы установим, что на острове происходили события повести Янки Мавра «Полесские Робинзоны», ну, надеюсь, вы читали ее в детстве. Да. Это будет сенсация. Многие и многие захотят увидеть места подлинных событий. Закипит бурная и оживленная жизнь. Какая жизнь? Будут проводиться экскурсии. Разве вы не хотите этого? Только объясни мне, дружок, мне это нужно? У нас же вот грибы, ягода, рыбалка. А твои экскурсанты вытопчут все. За грибами на базар будем ездить. Вот... Скажи, такая жизнь мне нужна, а? Вы не хотите помочь науке? А может, наука как-нибудь без меня? Ну что ж вы такие? Чего он, обиделся, что ли? Эх, Семен Владленович, Семен Владленович. Где в синеве небесной горит моя звезда? Спичкам хана. А нож твой где? Остался в сидоре. Плохо дело. Хлеб неприкосновенный запас. Согласен? На самый крайний случай? Да. Что, если мы здесь надолго застряли? Лет на 100. Нытье хозяйчье. Тебе на печке сидеть, а не путешествовать. Что-то я не слышал, чтобы у нас в округе кто-нибудь погибал, заблудившись в лесу. Да еще и летом.
Это же не джунгли. Угу. Без вас никак, Семен Владленович. Да и люди говорят, только вы можете помочь. Дело-то простое. Доведете до острова и возвращайтесь. А заплатить я могу прямо сейчас. Захотите, останетесь со мной, поможете. Разумеется, за отдельную плату. Думаю, дня за три выясним, стоит ли там стараться. Ну что вы смотрите на меня, как на английского шпиона? Я журналист. Пожалуйста, документы могу показать. Что мне твои бумажки? Остров-то тебе зачем? Так это редакторское задание. А, ну ежели задание, то чего уж там. Можно на лодке по воде. Ага. А можно покороче через болото. Так я люблю покороче. Знаете, как Суворов. Сколько через Альпы и там. Вот так. Как Суворов. Ох, Мирон, ты что вообще? А если бы крючок в руку? А откуда я знал, что ты там прохлаждаешься? А я кое-что знаю. Ну? Вон, видел дяденьку? И что? Дед с ним куда-то ушел. Привет. О, явился, не запылился. Отступать не в моих правилах. Я уговорю деда. Где он? Ушел. Думаю, к вечеру вернется. К вечеру? Ну вот, все. Что все? Благодать кончилась. Дальше болото. Может, сарай через крышу? Или подкоп? А? Ага. Вижу, с вами каши не сваришь. Связался я с малолетками. А сам-то на месяц старше. Тихо, ребята, не ссорьтесь. У меня видение. Что у тебя? Мне только ваших глюков не хватало. Надо идти к дому. Вижу темную фигуру. Она спускается с табуретки в углу. Что с тобой? Ключи там. Где? За иконой. Так возьми. Вообще-то воровать нехорошо. Но мы же вернем, где-то не узнает. А он? Ну, не знаю. Боженька, прости нас, пожалуйста. Нам очень надо, очень-очень. Не для себя стараемся, для науки. И деда мы обманывать не будем, признаемся сразу. Не сердись на нас, Боженька, ладно? Теперь можно? Ты экстрасенс? Что тут такого? Обычное дело. Ну ты даешь. Так это ж камни. Мост был когда-то. На остров обозы ходили. Ну вот. А что там было на острове? Замок пана. Как-то все становится забавным. Так.
а меня с рюкзаком выдержит? Давай, давай. А если ухну, засосет? А то и болото. Мост не сплошной был, соединялся деревянными помостами. Поднимут их. Враг не пройдет, не проедет. А что за пан-то был? Не слыхал про такого? Так ведь когда жил? 1000 лет тому назад, да может и больше. Откуда же знать? Опа. Держи, Илья. Так, сестренка, а ты куда? С вами. Женщина на корабле – плохая примета. Так говорили настоящие морские волки. Чихала я на приметы. И на волков тоже. Я не только поплыву, но и буду вашим капитаном. Нет, сестренка, этот номер не пройдет. Вылазь из лодки. Да если бы не я и мои телепатические способности, вы бы никуда не поплыли. Поэтому имею полное право ставить условия. Какие еще условия? Второе условие. Вы будете исполнять мое любое желание. Я буду для вас королевой. А позвольте у вас уточнить, так вы капитан или... Без «или». Я капитан-королева. Илья, помоги мне вытащить ее из лодки. Только троньте. Я буду кричать. Кричи на здоровье. Нет, Илья, подожди. Она такая голосистая, что вся деревня сбежится. Деда нет, а весла отберут. Так что, оставлять нам ее? Нет у нас другого выхода, ёшкин клёш. Вот так-то лучше, мальчики. Да. Вперед! По следам полесских робинзонов. Это же надо. Каменная кладка в болоте. Молодцы предки, умели строить. Так это что? Замок, говорят, был чуть не до неба. Ха. А руины сохранились? Не кирпичика. Пан на 101-м году умер. И замок сразу исчез после его смерти. Ну вот, растворился в воздухе, облачком растаял. Вот как? Говорят, он кровь пил, только детскую. Поутру хлобысь так стаканчик, и хорошо, как огурчик. Вот это я понимаю, аристократ. Не знаю, поутру или нет, а только была у него такая потребность. Ладно, дед. Потравили байки. Пойдем дальше. Утки. Эх, если бы одна села мне на голову, я бы ее хвать. И что бы ты с ней делала без огня? Съел бы сырую. Давай по кусочку. Еще больше есть хочу. Я тоже. Зря только съели. До утра. Что это? Пусти! Что ты делаешь? А если нападет на спящих? Кто? Не знаю. Может, какое-нибудь чудовище. Глушь. Ни души. Впрочем, ладно, Влад Леонидович. Пан, паном, знаешь, у нас что не остров, сказание, что не озеро, легенда, байки в сторону. Займемся делом. Я к вечеру домой должен явиться. Там дети.
эти коза. Ничего с ними не случится. Ага. Придешь утром. А сейчас поставим палаточку, погуляем по острову. Ты мне покажешь, где здесь бои шли? Ферштейн? Ферштейн. Садись на лавку. Стоишь как... Ты забыл, братик. Я королева. Кульнешься и утонешь. Русалкой будешь. Русалки не поют. Как им петь, если во рту вода? Какие вы противные. Оба. Кажется, и на месте. Потом прихорашиваться будешь. Швартуй лодку. Раскомандовался больно. Я капитан. Швартуй лодку, капитан. Какой-то час, и мы на острове, и это все благодаря мне. Мне всегда сопутствует удача. Такова моя планида. Илья, объясни Мирону, что такое планида. Он у нас троечник. Лодка! Бегом! А как же мы вернемся? Что-то я сомневаюсь, что нам повезло больше, чем им. Ёшкин клёш. Да. Так не бывает. Как? Чтобы все повторилось в точности, как у них. У них лодка уплыла, и у нас. Ну, у этих ребят из книжки. У них ничего не осталось, и у нас. Одного еще и Мироном звали. Возможно, дед был прав, и мы оказались в заколдованном месте. Какое еще заколдованное место? А ты вообще молчи. Из-за тебя мы здесь застряли. Сказал бы, привяжи. Я бы и привязала. Я тебе сказал, пришвартуй. Откуда я знала, что это значит? Не оправдывайся. Юля, надо признавать свою вину. Больно умные. Мирон! Заяц? Смотри, на него филин ночью напал. Отец говорил, зайцы жуть как кричат. Ты хотел есть сырое мясо? Ешь. Не, шкуру надо снять. Где твой нож? Чу-чу. Так о чем говорить? Значит, мы будем сидеть, смотреть на зайца и помирать с голоду? Вроде глупо. Думай, Витька, думай. У меня с голоду голова не варит. А ну-ка я. Ай-яй-яй, больно-то, как, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй, больно, больно. Да, острый. Прямо как бритва. Все? А мобильники? Я свой не брала. Мой крякнулся. А мой в рюкзаке купается. Самое ценное — нож и спички.
крючки. Угу, крючки. Фу. Червяки. Ты чё? Рыбы наловлю, еда будет. Сырую будем есть? Негигиенично. Я голос потеряю. Угу. Уж лучше я с голоду умру. У тебя такой голос, что можно. Что-что? Ладно. Что это за штуковина? Металлодетектор. Найдет монету на глубине 2 метров. Главный инструмент археолога. Так ты же вроде журналист. Хм. Верно. Но есть мечта. Какая, если не секрет? Слышал что-нибудь про Шлимана? Был такой человек. Чудак. Дилетант. Купец, оставивший свои дела ради археологии. С текстом Илиады в руках откопал гомеровскую Трою. Более того, нашел сокровище царя Приама. Ты представляешь, что это были за сокровища? А ведь ему просто повезло. Я тоже хочу найти свою Трою. Посреди Европы 2 мальчика и 1 девочка оказались в первобытных условиях. Ни интернета, ни компьютера, ни телефона. Даже огня нет. Да, и никто не знает, как им хочется есть. А ты меньше думай о еде. Что я могу, если думается? Лучше думай о том, что мы выживаем, как в начале цивилизации, как наши пращуры. Если они выжили, то и мы выживем. Стоп! Дальше болото. Точно как на карте. Давайте туда. Там повыше и по суше. Привал. Человек без еды может прожить 40 дней. А вот без воды гораздо меньше. Ну, воды у нас достаточно. А еды найдем в лесу. Главное не киснуть. Илья, ну помолчи немного. Так. Зачем капуста? Да. Она съедобная. Ну как? Дай-ка мне. Фу. А мне ничего. Держи. А она точно не повредит? Только на пользу пойдет. Так, ребята, давайте скорее. Ноги в руки, пока туч нет. А зачем тебе солнце? Чё, наели, что ли? А я как был голодным, так и остался. Только что-то теперь в глазах стало косить от этой зайчьей капусты. А у меня? Ох, Юлька.
Бросай это. Ладно. И что это будет? Прижми. Так. Как это наши предки справлялись с такой морокой? Трудно было жить до революции. Да, точно. Полный ход. Без остановок. Давай ты. Хорошо. Давай, давай, наш паровоз вперед летит. Кому не остановка. Так, так, пошло, пошло. Что немцы так держали за этот остров-то? Этого мне не доложили. Ни наши, ни ихние, так что не знаю. Только полегло тут много народу. И с одной, и с другой стороны. Да здесь все напичкано металлом. Клондайк. Тебе цены нет, старик. Ну, раз доволен, то и ладно. На. Пойду до дому, пока светло. Вольному воля. Спасенному рай. Круто, Илья. Элементарная физика. Я бы не догадался. Какой ты молодец, Илья. У нас теперь есть огонь. Я думал, разведем костер, дым повалит, примчится МЧС. А тут видишь этот поворот. Как насчет жареной рыбки, сестренка? Не против. Ухи не обещаю, а вот рыбку пожарить на костре смогу. Поедим до отвала. Посмотрим. Илья, не молчи. А то я только и думаю о еде. Неужели твои робинзоны сырой зайчатину ели? У них же не было огня. Ну, расскажи. Эх, хорошо быть сытым. Понимаешь, мы за день прошли больше, чем человек прошел за тысячелетия. И что? А то, что пока огонь добыл, пока нож придумал. А мы за день управились и сидим сытые. Ты краса! Сейчас дождь начнется! Откуда оно взяло? Костер! Огонь спасай! Ага! Ветки ломай! Тащи! А я что делаю? Быстрее давай! Где доска? Не ищи. Я ее надежно спрятал. А ты ж без нее никуда. Не нервничай, Влад Леонидович. Поешь. Вода большая. Рыба разбрелась. Только одна и попалась. Позор. Двое мужчин и не могут прокормить одну хрупкую женщину. И в знак протеста
Я объявляю голодовку. Ну, Юля... Отстаньте. Напрасно Юлька голодовку объявила. Зато нам больше достанется. Собрали бы лучше заячьей капусты на гарнир. Точно! Мы мигом. Я не хотела. Честное слово, она сама. Есть хочу, а вам все равно. Ну давай, поной, от этого легче станет. Помнишь, дед Семен грибы привез? Значит, они здесь есть? Поищи. А ты куда? Думаю, с утра будет клев. Пойду, найду уловистое место. А я тогда грибы пойду поищу. Ага, а меня одну оставишь? Ну, молодец. Так пойдем. Начинаешь исправляться. Знаешь, что это? Коль не колосистый, стебель у него продольный, а соцветия собраны в колос. А это что за цветы? Это мальнянка обыкновенная. Теперь я на 100% уверен, что Виктор и Мирон были здесь. Они тоже видели эти цветы, когда блуждали по острову. А подари мне букет. Ты что? Это редкое растение. Хотя бы один цветочек. Но если сильно-сильно попрошу. Прости, Юля, но нет. Тогда ищи сам эти грибы. Ой, а кто это? Это дергач. И он здесь удивительный путешественник. Пешком из самой Африки. К
Как это пешком? Ну, вот так. Взял и притопал. Из Африки? Да. Чего топать-то? Он же птица. Они плохо летают. И поднимаются в воздух тогда, когда на дороге встретится вода или какое препятствие. Если плохо летают, то можно ж поймать. Затем он шел пешком из Африки, чтобы мы его потом поймали и слопали. Он же молодец. Я сам также хочу упорно идти к цели. А какая у тебя цель? Слишком много еще в природе тайн. Кому-то надо их разгадывать. Дед, а у вас лодки воруют? Да нет, воровства пока нет. Ну, а течением, к примеру, сносит? А, это бывает. Мальчишки покатаются, бросят абы как. Большое судно пройдет по реке, волной смывает. За детьми глаз да глаз нужен. Я весла от своих под замком держу. А че вдруг про лодку? А, Владимир Леонидович, Не, я руки марать не буду. Может, из этого моего батьку убили, а я понесу. Не. Тьфу. Да не бунтуй, дед. Не понесешь, не надо. Ты не нервничай, Владленович. Все окей. Все ладненько. Куда пропал Мирон? Если б не клевало, пришел бы. Значит, клюет. И сморчков мы не собрали. Нет тут сморчков, не те места. Искать нечего. И в книжке они тоже не упоминаются. Ну где Мирон? Давай помогай. А у Витьки и Мирона зайчатина была. Повезло им. Ну, с зайчатиной у них тоже возникли проблемы. Тихо, Мирон. Да ушел медведь. Проверь запасы. Хорошо. Да. Мяса нету. Как это нету? Это медведь. Да чтоб тебя разорвало. Встретимся. Хвост оторву. Чего ж ты тогда драпанул? Не знаю. Ты побежал, я побежал. Давай все-таки поищем. Вдруг Мишка нам оставил кусочек. Ну, поищем. Витька, иди сюда. Что это? Окурок. Где ты его нашел? Вот здесь. Сухой. После дождя здесь кто-то был. Да. Но далеко он идти не мог. Эй! Люди! 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 Эй, люди! Вы люди! Все, идите сюда! Мы здесь! Тихо! А может быть, он видит и слышит нас? Думаешь, враги? Не знаю. А мы шалаш построили. Почти. Ой, сколько рыбы! Что с тобой? Фашисты. У него что-то с головой.
Мирон, братик, что с тобой? Да успокойся ты. В порядке я. Я деда видел. Какого? Нашего. А ты его позвал на помощь? Позовешь. Его под автоматом вел настоящий фашист. Настоящий. Ты вообще видел настоящих фашистов? 1000 раз. В кино. Там артисты играют. В документальном кино тоже артисты играют. Так, ребята, подождите. Я запуталась. Ты видел деда. Его арестовал фашист. А откуда он взялся? Дед был прав. Этот остров, на нем призраки живут. Вот откуда. То есть, по острову живые фашисты ходят? Может, ты задремал, Мирон? И тебе приснилось? Да нет же. Я их видел, как вас вижу. Вы понимаете или нет? Ладно, ладно. Надо подумать.